школы Монтессори, сеть частных школ в Нью-Йорке стали принимать биткоин в качестве дополнительного варианта оплаты, осчастливив крипто-родителей. Как сообщает newsbtc.com, школы Монтессори в кварталах Нью-Йорка, Флетайрон и Сохо начали принимать платежи в биткоин с прошлого месяца. Решение школы включить биткоин в качестве варианта оплаты было вызвано множеством запросов от родителей, которые спрашивали, принимают ли они биткоин, что заставило их серьезно к этому относиться. Директор и соучредитель школы Марко Чиока отметил, что это первая школа дошкольного воспитания, принявшая такую форму оплаты.